Знаменитая телеведущая оказалась родной дочерью Евгения Петросяна. Тайна первой жены Евгения Петросяна и матери его единственной дочери Викторины Петросян охраняется серьезной иной военной тайной, и это наводит на подозрение. Возможно, и артисту, и его наследнице есть что скрывать и чего стыдиться. Поэтому они так упорно и пестуют слух, что состоит в родстве со знаменитой балериной Викторией Кригер. Откуда я и кто я, не знаю. Кто мои родители, может, они не венчались, не знаю, говорила Шарлотта Ивановна в комедии Антона Чехова «Вишневый сад». Эти слова, наверное, могли бы описать и жизнь Викторины Петросян. Дочь юмориста уже много лет живет в Америке, но ее основной доход в России в последнее время Викторина тут мощно раскрутилась. Во-первых, пристроила на телеканал «Культура» свою бывшую мачеху Елену Степаненко. Причем сама же продюсирует программу с ней. Артистка читает теперь там по вечерям сказки в передаче «Большие и маленькие». Во-вторых, и сама американская подданная Виктория Петросян вдруг стала звездой российского экрана. На все той же «Культуре» она уже давно ведет программу о музеях «Коллекция». Это серия интервью с директорами крупнейших мировых музеев и рассказ о самых знаменитых художественных собраниях.